Что такое? Я один остался. Я остался один. Мой ученый пропал, мама. Помогите. Мой ученый, которого я охранял, неожиданно пропал. Просто на месте. Он вдруг встал и чисто исчез. Слышь, чувак, Стил. А что насчет монеток? Жизни. Ну, тут как бы, ладно, я ее понял. Как бы я бедный человек, мне зарплату не выдают. Я просто не знаю, как она выглядит. То есть, как монетки выглядят. Мне в бумажных деньгах выдают премию. Просто кружок. Так и выглядят монетки эти ваши, да? Вот эти мелочи, да? Белая. Вот смотри, вот это красная монета. Дай заберу. Я что-то не то нажал, кажется. Это все ученый. Окей, давайте проверять магнитики. Магнитики нормально. С картами не заходи, карты размагнитятся, пи***ц будет, потом хуй деньги снимешь. Вот тут вот царапинка, если я запомнил, этот я магнитик привез из Египта. О, нихрена себе. Да, большой был, еле доставил. Да, тут, кстати, да. Мне только вот очень интересно. Тут аниме иероглифы написано, вот смотри сюда. Написано на Наруто, ебать. А потом написано тире и вернись Саске в Коноху. Саски, вернись в Коноху. Прикольно. Круто аниме. Чё я такое аниме? Путин, успокойся. Внимание старшего научного персонала, находящемуся в легкой зоне содержания. Он чародей, двух сотрудников охраны. Стой на месте. Мне страшно. Нет, секс не нужен, Найч. Нам тоже страшно. Что с тобой происходит? Тебе плохо? Может, у тебя мигрень? Давай. Что случилось-то? Ты перемещался. Это все из-за магнитов. Тут все правильно. Это все из-за магнитов, блядь. Базарю. Да где он обратно подевался? Что происходит, братан? Теперь и второй научный сотрудник убежал, все от меня уходят, я, блядь, один остался. Скоро и ты исчезнешь. Стил, только не паникуй, ну скоро ты тоже исчезнешь, походу. Все исчезают, кто рядом со мной. Нет. Блядь, пиздец, спасите. Знаешь, я тебя сейчас, наверное, очень сильно огорчу. Ну, давай. Но мы тут, сука, заперты. В смысле заперты? Я могу открыть без проблем. В смысле, не понял. В смысле, блядь? Ща я порешаю, ща. Ща все будет, успокойся. Ля, что творишь? Сука, не работает. Он тоже исчез. Стил тоже исчез, блядь. Все исчезли, кто рядом со мной. Все, сука, исчезают, кто рядом со мной. Стил, ты тут? Стил, ответь. Фу, блядь, я думал, что ты тоже исчез, у меня уже паника началась, пи***ц. Внимание инженеру камер следования при невыясненных обстоятельствах. Два сотрудника охраны оказались заперты в камере. Немедленно направились в камеру слежания ИС-106 вместе с одним сотрудником охраны для выяснения обстоятельств. Ура, нас спасут! Вот, идут, народ идет! Помогите! Спасите! Можно я буду говорить? На связи оперативный камсерк. Мы пошли проверять магниты, которые удерживают, получается, защитные системы по сдерживанию деда Максима. И произошла такая проблема. У нас научный сотрудник, который является, ну, по сути, еще инженером, сначала, извините за выражение, обосрался аптечками, после чего взял и исчез. И мы оказались заперты. Он исчез вместе со всеми вещами, включая карточку, которая эта дверь открыла. А кто дверь? Выпустите нас. А кто дверь открыл, действительно? А кто дверь, кто открыл? Не я. Мало того, что инженеры какую-то херню натворили, так этот инженер еще тупо исчез, буквально. Мы на него смотрели, и он исчез. Просто. Мы все обыскали. Где мы работаем? А, запомнили его? А можно я... Да, мы запомнили его. Путин. Да, Путин. Путин был. Это все Путин виноват. Владимир Путин виноват. Ну вот такой теперь цель. Нам теперь придется притащить мужика с болгар, чтобы он открывал. Все, спасибо. Ты куда исчез тогда? Я ж с тобой в первую очередь сначала ходил. Кто-то не наш, сработала Тесла. Назад. Сработала Тесла. Судя по рации, там происходит... Полная жопа в комплексе, как говорят. Так, слушай, иди сюда, пока никого нету. Иди сюда, пока никого нету. Передо мной дверь закрылась. Покажи монетку. А, вот она как. Че, она пропала? Ты ее взял.
Нет, у меня инвентарь полный был. Слушайте. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.